типа система, которая подает машину. Если место поставили за шлагбаумом, смотри, то для нее, так, для нее есть два шлагбаума, один с той стороны, один с этой. И ей все равно, через какой из шлагбаумов вести машину. Меня зовут Полина, чем могу помочь? Полина, добрый день. У нас на заказе проспект Вернадского, 94, корпус 5. Неудачная встреча пассажира с водителем. Причем, я так понимаю, проблема не из-за пассажира, а из-за того, что точка поставлена внутри шлагбаумов, и система пыталась провести меня с другой стороны. Соответственно, пассажир недоволен тем, что я подъехал с другой стороны. И мы не сможем начать поездку. Это первое. А второе, пассажир не указал, что он с животным. И третье, животное не в сумке переноски. Поняла вас. Сейчас дальше информацию, оставайте, пожалуйста, на линии. Сейчас другой автомобиль приедет. Вы можете подождать в тепле, потому что на улице холодно. Спасибо за ожидание. Уточните, пожалуйста, правильно вас поняла? Вы подъехали в итоге к пользователю, у пользователя оказалось животное без переноски. Все верно? Да, причем у пользователя есть сумка переноски, сумка-переноска. Просто животное было не в сумке переноски. У меня сейчас вся машина в каких-то... Я не знаю, что это такое, но салон испачкан. Какие-то... Семена, что ли, я не знаю, что это такое. Шерсть, ну и все в таком духе. Я, конечно, сейчас приведу машину в порядок. Ну, я просто пустил пассажирку погреться, потому что на улице холодно, я же не могу ее на улице оставить. Вот, я ей объяснил, что сейчас приедет другой автомобиль. Вот, но она не стала дожидаться его в салоне. Вот, но она все равно покинула автомобиль. Поняла. Да, действительно, очень неприятная ситуация. Ваши жалобы на пользователя я зафиксировала. Мои коллеги напомнят о правилах сервиса и проверят все поездки этого пользователя. Если такое повторялось, то он может быть ограничен доступ к заказам. Не стоит. Я не думаю, что здесь, ну,
пользователь очень даже корректный, культурный. Скажем так, если бы у нас вопрос был только по собаке, у нее была сумка переноска, и мы могли бы посадить собаку в сумку переноску и продолжить поездку. Если бы вопрос был только в неверной точке, то пассажир вполне адекватный, мы с ним обсудили, почему так получилось, и можно было бы продолжить поездку. А так как и не сумка-переноска, и не указано животное, и адрес неверный, слишком много рисков для рейтинга, поэтому вынужден был отменить поездку. Я поняла вас. Ваше обращение я зафиксировала, вижу... 10 минут ожидания уже прошло, заказ вы можете отменить без потери баллов активности. Я его уже отменил. А, не подгрузилась, видимо, еще информация. Могу я с чем там помочь? Нет, все в порядке, спасибо. Хорошего вам вечера, до свидания. Хорошего вечера, до свидания.